Но мы не были. Нынче не были. В прошлом году мы были. Это за Телешани, за Слизневым, такой вот лес. Шикарный лес. Мое любимое место тоже. Здесь сразу у входа росли однажды вешенки и шампиньоны. Было очень много. Синие рядовки вот на этой площадке. Вот здесь синие, белые рядовки. Всякие ушки на макушке. Много-много разных грибов здесь. Это вообще классный очень лес. Вот. Но он и большой тоже. Там болотце, утки плавали дикие. Вот. Вот такой вот лес. Шикарный. Сейчас набрали много синих рядовок молодых. Ну, не синих, фиолетовых, как их правильно называют. Снизу они действительно фиолетовые. А сверху они серо-синие бывают. Классный лес.